кемеровской фирме «Агро» выпускается посевной комплекс «Томь-10». Это первая широкозахватная сеялка прямого посева российского производства, технология «Ноутил». Машина позволяет производить посев сельхозкультур без предварительной подготовки почвы, с пожневными остатками на поверхности, а также сохранять влагу в почве и в соответствии с агротехническими требованиями готовить место пневмосистему. Семена воздушным потоком подаются на 6 распределительных узлов, центральный и 5 периферийных. И далее в систему семяпроводов на каждый из 55 дисковых высеивающих сошняков. Перед ними идут режущие диски, а за ними прикатывающие колеса и режущих дисков и колес, что обеспечивает равномерный засев при довольно больших неровностях. Другими словами, машина при работе копирует рельеф почвы. Сеялка комплектуется системой слежения за забиванием каждого семяпровода. Весь процесс контролируется механизатором с помощью компьютера, установленного в кабине трактора-тягача. Заключается в следующем. Снижение затрат рабочей силы, топлива, сельхозтехники. Более точный посев, равномерная всхожесть. Уменьшение ветровой и водной эрозии. Более своевременный посев. Увеличение интенсивности выращивания культур. Улучшение почвенной структуры и накопление влаги. Замедленный рост сорняков. В мае-июне 2006 года ПК «Томь-10» прошел первые полевые испытания в одном из хозяйств Кемеровской области. По итогам испытаний состоялись два семинара руководителей и специалистов хозяйств области, на которых сделан вывод – испытания прошли успешно. Всходы, а затем урожай, получились очень хорошими по всем высеянным культурам. Пшеница, ячмень, бобы, соя, рапс. Результат, словом, превзошел ожидания. За весь период весенне-полевых работ этим агрегатом посеяли 1800 гектар. В том числе 500 гектар рапса, более 500 гектар пшеницы, 400 гектар однолетних трав. Ну и мы видели с вами бобы, сою сеяли этим агрегатом. Проводили различные эксперименты и, в общем-то, остались очень довольны этим посевным комплексом. Но результат мы с вами видим сейчас на этом поле, на предыдущих полях. Что бы хотелось отметить? Первое, то, что остается значительно больше стерни на поле при работе с этим агрегатом, с Томью-10. Ну, турбодикс, так называемый, он разрыхляет почву на ширину 3-4 сантиметра. Вся остальная почва остается нетронутой, естественно, остаются и пожнивные остатки, и стерня. Это очень важный момент. Второй очень важный момент, который хотелось бы отметить, равномерность заделки семян. Во-первых, очень легко регулируется комплекс на глубину, равномерную глубину заделки семян, технологичный в этом отношении. А во-вторых, все диски копируют поверхность почвы, а это дополнительный урожай. И еще один очень важный момент. Работает этот комплекс по любым пожнивным остаткам. Даже если плохо измельченная солома. Да? Я говорил о том, что очень маленькая площадь разрыхляется, и кислород подается только в ту зону, где высеяны семена культуры на остальной поверхности поля. Почва остается нетронутой, кислород не попадает к семенам сорняков, в результате чего задерживаются значительно всходы семян сорняков, и культура всходит практически без конкуренции. В связи с тем, что они выходят без конкуренции с сорняками, вот мы видим результат, что некоторые растения дают до 7-8 продуктивных стеблей. Существуют также бесспорные экологические преимущества технологии «Ноутил» при эксплуатации ПК «Томь-10». При сохранении стерни почва приобретает свойство накапливать двуокись углерода. В свою очередь, увеличение количества углерода в почве существенно влияет на повышение активности почвенных микроорганизмов. И наоборот, вспашка разрыхляет почву и способствует высвобождению и утечке углерода в атмосферу, что является одной из причин глобального потепления.
Каково устройство посевного комплекса «Том-10»? На передней части рамы установлен культивирующий рифленый турбодиск, который измельчает и перемешивает органические остатки и взрезает почву перед засевателем. Турбодиск работает без заеданий при всех скоростях от 7 до 13 км в час. По следу, оставленному турбодиском, идут два смещенных диска засевателя. Они легко прорезают почву, оставляя за собой ровную чистую борозду. В эту борозду из семя провода высыпаются семена на одинаковую глубину. Прикатывающие колеса или каток, следующие за дисками, уплотняют почву над семенами на заданной глубине. Отличительной особенностью конструкции засевателя являются параллельные тяги с пружиной, которые усиливают давление засевателя на грунт. Посевной комплекс «Том-10» имеет следующие технические характеристики. Ширина захвата – 10,6 метра. Количество сошняков – 55. Расстояние между рядами сошняков по ходу движения – 190 мм. Сошник – дисковый с независимой подвеской. Агрегатируется с тракторами – К-701М, К-744Р1, К-744Р2. Привод высевающих аппаратов от опорного колеса бункера. Потребляемая мощность 194 кВт или 270 лошадиных сил. Рабочие скорости до 13 км в час. Транспортная скорость 30 км в час. Производительность 10,4 гектара в час. Удельный расход топлива от 8 до 10 кг на гектар. Пределы регулировки рабочих органов по глубине от 20 до 100 мм. Емкость бункера для семян и удобрений 6,5 кубометра. Количество отсеков бункера 2. Отношение объемов отсеков передний-задний 40-60%. Дополнительную информацию о ПК «Том-10» и технологии «Ноутил» вы можете получить по кемеровским телефонам 28-68-44, 28-78-02, 36-64-84. Адрес: город Кемерово, улица Пчелобаза, 1.